и еще из светских новостей, и на этот раз в нашей общине и без скандала. В воскресенье в русскоязычной общине Торонто стало на одного завидного жениха меньше. Женился создатель сайта torontovka.com Вадим Слуцкий. Гости на эту свадьбу регистрировались на специальном веб-сайте. И это вполне понятно, ведь жених Вадим Слуцкий – создатель самого популярного русско-американского сайта torontovka.com. Никаких сомнений, что создал он его, чтобы найти себе невесту. Реклама его сайта, завоевавшая даже приз на конкурсе в свое время, звучала так: «Я милую найду на Торонтовке». Но очень долго он все ее никак не находил, пока не встретилась на его пути вполне реальная и отнюдь не виртуальная Оксана. В юном возрасте модель, а в сознательном моргидж леди. И вот в итальянском банкетном зале «Ла Гондола» в минувшее воскресенье пышно отпраздновали их свадьбу. По иудейскому обряду вначале была хупа, молодые обменялись обручальными кольцами. Само торжество началось с выхода родных и близких, и молодоженов, открывших первую и далеко не последнюю бутылку шампанского. Свадьба была веселой, много танцевали, шутили, без конца кричали «Горько!» И молодые целовались. Среди гостей было замечено немало видных представителей шоу-бизнеса, просто бизнеса и медиа нашей общины. Лучше не перечислять, а то вдруг кого-нибудь забудем. Самое красивое платье было, конечно, у невесты, а жених всех удивил своими танцевальными талантами. Как водится, был и скрипач, настоящий виртуоз. Телекомпания НТВ Канада присоединяется к поздравлениям и желает молодоженам долгих лет счастья.